Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как заменить прошивку на аппаратах Kyocera. Модели подопытного 2235, но этот способ подойдет для всей линейки. Официальная прошивка не распространяется, но позвонив в службу поддержки и продиктовав серийный номер, они ее любезно предоставляют. Полученную прошивку распаковываем в отдельную папку на рабочем столе. Затем берем флешку объемом не менее 1 ГБ и форматируем ее в формате FAT32. После этого заходим в разархивированную нами папку и копируем содержимое файлов прошивки в корень флешки. Важно, чтобы путь был без каких-либо подпапок. Все, теперь наша флешка подготовлена и мы можем отправляться к аппарату. А прошивается он таким образом. Первым делом необходимо выключить аппарат. Затем вставляем флешку в USB разъем под консолью управления. Теперь нажимаем кнопку включения и МФУ самостоятельно обновит файлы прошивки. Во время обновления на LCD-экране будет отображаться шкала прогресса. По окончанию процесса прошивки МФУ оповестит нас об успешном завершении, после чего аппарат необходимо перезагрузить. На этом обновление прошивки завершено. Надеюсь, этот способ кому-нибудь пригодится. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться. Пока!